Это произошло 28 августа 1991 года. Объект заметили над Каспийским морем, 600 метров в длину и 100 в диаметре. Навстречу НЛО были подняты два истребителя, но стоило пилотам взять его на прицел, как у самолетов начались проблемы с приборами. Сама же «Сигара» за 2-3 минуты набрала скорость в 6-800 км в час и исчезла. Спустя месяц в Тяньшане пошли слухи, что в урочище Шайтан-Мазар, могила дьявола, разбилось НЛО. Дойти до объекта удалось только второй экспедиции. Рядом с объектом был наэлектризован воздух, сбивались часы, стрелка компаса вращалась. Вперед послали двух смельчаков, второй умер через 3 месяца, а первый, Алексей Романовский, прожил еще 5 лет. Перед смертью он сказал, что внутри они нашли пилота. Он был в 2 раза крупнее человека, а на лице имел противогаз. Отснятый материал оказался засвечен. Дальнейшая судьба объекта неизвестна. Может, его вывезли американцы, либо местные власти. А может, НЛО забрали свои же. А может, это было и не НЛО. А как вы думаете? Оригинал оккульту. Sua janela para o infinito.